Одним из мест проведения акции «Ранняя диагностика сахарного диабета» стал центральный универмаг. Это обосновано большое скопление людей, среди которых нашлось много охотников, измерить давление, вес и проверить уровень глюкозы в крови. После этих процедур специалисты оценивали у пациента степень развития сахарного диабета и, если проблема была очевидной, давали направление к врачу-эндокринологу. Некоторые уже знали о своем диагнозе, для других повышенный уровень глюкозы в крови стал полной неожиданностью. Сегодня пришла на эту акцию. Но я буквально в сентябре проверяла, у меня был нормальный сахар, почему-то сегодня он повышенный. Что будете делать? Принимать меры, идти в диспансер, наверное, надо. Сразу же во время инсульта у меня в прошлом году, в августе месяце случился инсульт и поднялся сахар. С диагнозом сахарный диабет сегодня в Брестской области насчитывается около 40 тысяч человек. И каждые 5 лет это количество удваивается. Среди них есть и дети. Если у подростков развитие болезни связано с сезонными вирусными инфекциями, то у взрослых причины прозаичны. В основном это связано с тремя основными причинами. Рост диабета за счет сахарного диабета второго типа. И три основных проблемы, которые... с которым приходят к нам пациенты, это ожирение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Все это неминуемо, если ничего не предпринимать, ведет к развитию сахарного диабета. Группу риска составляют люди старше 40 лет. Для того, чтобы не попасть в все эти коварные болезни, нужно соблюдать элементарные меры профилактики. То, чем мы должны заниматься все, правильно соблюдать режим труда и отдыха, обязательно должна присутствовать физическая активность, не переедать, ну и следить за весом. Акция «Ранняя диагностика сахарного диабета» также является действенным профилактическим мероприятием. Наша задача – это привлечь внимание населения вообще к этой проблеме, о том, что нужно знать и что нужно сделать для того, чтобы не было сахарного диабета, как можно его предупредить и тем самым уменьшить как бы риск вот развития этого очень серьезного заболевания. Как правило, во время проведения акции у пациентов на ранних стадиях выявляются какие-либо отклонения от нормы. Высокий уровень сахара в крови, избыточный вес и проблемы с давлением. А это первые ласточки, которые приводят к сахарному диабету. Поэтому раннее диагностирование дает возможность каждому задуматься о своем здоровье и пройти необходимое обследование. Ведь несмотря на успехи диабетологии, особенно в последние годы, сахарный диабет остается одним из самых серьезных и масштабных заболеваний.